Привет, друг, с вами Диме Скул. Мы сегодня делаем элемент на последнюю букву. Ну, вспоминаем игру «Города», вспоминаем прошлый год. Просто игра что-то набрала невероятные, там, 200 тысяч плюс просмотров. И почему бы не повторить, мало ли, вдруг это интересно. И, может быть, в этом видео будет новый победитель. А может и нет. Поэтому мы сейчас начинаем только после вашей подписки на канал. Это первое. Второе. Ставим лайк, комментарий. И уже тогда залетаем в начало. Поехали. Так, что могу сказать? Мишаня, привет. Привет, подписчики. Всем привет. Ты на Моргенштерна похож. Окей, короче. Это я, Маргарита Штерн. Данила, пока делает Данила, я буду вам объяснять, что мы сегодня делаем. Давай. Сегодня задача следующая. Мы делаем элементы на последнюю букву, а соответственно играем как в города. Надо будет раскидаться, кто первый, последний. Я думаю, мы это на суефа определим быстренько. Но пока я буду ждать от вас подписка. Также переходим в описание, подписываемся на новый канал. И также... Будет дождь, будет все. Не надо дождя, Гошан тут индеец. Короче, и также переходим в описание, подписываемся на всех атлетов. Как в Инстаграме, так и в Ютубе. Ну и в Workout Shop, разумеется. Окей, что нам сейчас надо? Нам надо на суефа скинуться, так что, пацаны, готовьтесь. Так. Мне кажется, что ты до сих пор не послушал меня. А я ведь предупреждал. Говорил ведь, что лето на дворе, и тебе прямо сейчас идеально подошла бы новая коллекция одежды от Workout Shop. Ведь она создана специально, чтобы тебе было удобно тренироваться, и в то же время ты всегда мог быть на стиле. Вот только для тебя еще раз оставляю ссылку в описании. И надеюсь, что в этот раз ты все-таки перейдешь по ней и сделаешь себе идеальный подарок. А мы продолжаем. Все, короче, у нас состав бешеный. У нас сегодня 6 человек. 6 просто, Данила, раз, да? 2, 3, 4, 5, 6. Окей. Отлично. Первый. Все, окей. Так, давай, Серго. Первый. Загадывай любой элемент вообще. Просто какой только по кайфу. Можно даже самый сложный выбрать свой. И все. У нас 30 секунд на то, чтобы придумать элемент, да? И 3 попытки, чтобы исполнить его, соответственно. Поехали, все, давай, тащи. Серго полез на большой турник. И делает 360. Буква Т, кто второй? Тасян, погнали. Окей, ты придумал, да? А можно сейчас, так, нет, это же по сути одинаковое? 360 дабл? Торнадо. Торнадо, окей, все, торнадо это дабл? Это, дабл, что ли? Нет, торнадо это на махе назад, туда вот, короче. Торнадо. Окей, окей, поехали, Дима, посмотрим. Дабл, а можно типа дабл 360 и 360 дабл, это же одно и то же. Ну, типа, ну да, типа, да. Диман, я делаю. Такс. Пам. Пам, отлично. Буква О на барабане. Оля. Третий ты? Оля. Ты что ли? Я третий. Ты третий? Я четвертый. Оля. Все, давай. Что давай, там? Оля. Это шо? Это шо там такое? Меня чуть инфаркт не схватил просто от мишаниного скилла. Все, буква И на барабане. А да что еще на И есть? И. Я знаю. Ну, давай. Все, поехали. Давай. Мишаня, ну-ка бабахни, давай. Ой-ой-ой, нифига близко, вообще просто. Мазафака. Давай, все, Даня, пошел. Просто рви. Пам, пам. Ну, окей. Буква Т, давай, наверное, да, лучше реально почище сделаем, а то что-то как-то это, не алло. Данила, are you ready? Давай, пошел. Вытаскивай. Пока Данила делает, надо просто лайк оформить, потому что если залетит, мы сделаем это еще как-то пожестче. А кто следующий? Руся? Т, что? Буква? 360 халявный. Окей. Ну, сейчас погиб. Пам. Халявный 360. Следующий кто у нас? Я. Мишаня, у тебя... Давай не и кратко, потому что не кратко особо, ну, йо-йо, мы объективно не будем. И тоже уберем. И, соответственно, Н. Буква Н. Мишаня, давай, только не вылетай в самом начале. Ну, не Вилада. Да, все, почему нет? Че тут долго думать, всего лишь есть не Вилада. Главное, чтобы ты ее сделать смог. Все, окей. Буква А, следующий, кто? Сосян, ты еще уже или кто? Нет, Серга? Первый. А, буква. Антиоли. Ща, пацаны, вот скоро дойдем, когда уже элементы исчерпаются, и уже придется напрягать как скилл, так и, соответственно, мозг, чтобы придумать реально какой-то элемент. А давай со спадом назад, не в упор. Пам просто со спадом. Все, окей.
Буква И, Стасян. Играем по-интересному. Иголочка за С в нижней. О, вот это уже мощно. Давай, а давай. А какая там буква давай, будет? Давай, это по сути... Иголочка за С? Ну давай, короче, подъем двумя, иголка, это у нас будет как синонимы. То есть иголка... Зацеп за головой. Окей. Головой. Да, Стасян решил реально тут контент под разнообразить сложными элементами. Только Стасян, давай возьми, давай. А то сейчас еще интригой будет бить. Так, вот сделаем. Такс. Есть! Отлично! Красавчик просто! Давно не делал. Дальше. Оборот назад. Оборот назад. Давай, оборотень, тащи. Вперед. Это вот так. Давай, показывай. Оборот вперед. Ну показывай, показывай. Конечно, зачем делать элементы, не знаю, там, оборот чешских, да? Оборот итальянских. Я из-за тебя залезть не могу. А Гошан делает вот выход на 4 в итоге. Ну давай, показывай. А, оборот вперед, я понял, о каком речь. Ну давай, погнали. Тащи. То самое, ну, вообще, что, когда называешь, это полумесяц. Данила, буква Д. Д. Да, Dragon Flag. Dragon Flag, ну Даня в этом шарит, прям вообще больше всех. А там нельзя повторять? Готов, готов. Дима, тебя нельзя, нельзя, конечно. Ой. Dragon Flag есть. Какой? Вот этот, который Гошан сделал. Не, это а не у нас просто месяц. Ну, ладно. Там вообще это силовой оборот, но его делают техническим, поэтому, ну, просто оборот вперед. Так, что у кого? Не подсказывают только. Я потом, конечно, скажу, что можно было, и ты вообще офигеешь, насколько гробик. Ты... Неужели? Неужели? Он смог за 5 секунд до конца. Красавчик, красавчик. Буква К. Че, Калипсо покажешь? А, я делаю. Да. Опа. Давай, что? Что же ты, Мишаня, предпримешь? А крабика как делать? Я забыл. Как крабика делать? Я не понял. Ну там, ты крабик будешь, все? Ну а что еще? Ну не знаю. У тебя есть King пока 540. Время. О, King 540. Давай, еще 15 секунд. Моя тема. Да, вот Стасян бы вообще вытащил. Крокодильчик. Крокодильчик, все, красавчик, давай, пошел. Все, Мишаня быстро вспомнил, что есть элемент крокодил. Окей. Буква Л. Кто следующий? Следующий. Что? Что? Серго, Серго, что? Давай, давай, давай. У тебя 25 секунд еще. Давай, пошел. Луна, тихо. Луна, луна. Ну, ё-моё, Гошан, тебе будут штрафы за это давать. Вначале вылетать с курса. Ну да, не спорю, ну давайте сами я думаем. Я просто лу! Ну, давай, погнали. Серегу сейчас, короче, посмотрим. Я надеюсь, все выйдет как надо, но не забывай... Опа, хорош! Что происходит? Короче, не забываем про подписку, потому что 200 тысяч надо каким-то макаром добить. Окей, дайте Мишаню, Данила, дай мне Мишаню. Давай. Дай ему Мишаню. Вот сейчас разобьюсь, мама не соберет. О, сумасшедший Данила. Ладно, окей, давай. Все, Мишаня, рама подходит, чтобы сделать петлю корбу. Мишаня, давай, соберись. Ой, почти. Чуть-чуть. Тебе высоты не хватает, да, маленько. Да? Прям высоты. А можно я посмотрю чуть-чуть? Гошан, 30 секунд пошло. Буква А на барабане. Пошел. А? А, ага. А. Вот, А буква самая сложная. Давай, думай, думай. Ауе. А. Ауе. А. Ага. А. Антикрист. Давай. Я давай. Не смогу его. А попытайся. О, все сказал, надо сделать 3 попытки. Гошан, прям терпи, прям терпи, на горло ставь. Ну-ка, постарайся. Я не могу. Не качайся. Даня, останови его, когда он залезет. Ну, на маленьком можно. Давай. Все, поставил. Все, давай, дави, дави, сильно, сильно, сильно. Дави, дави. Дави. А, нет. О, не, вообще откидывает сильно. Эй, Гошан, ладно, зато. Че, я вылетел? Да. Давай трень тогда. Гошан, к сожалению, вылетел, поэтому буква А тебе достается. Антикристов на антикриста можно тоже. Да? Да, да, он же не сделал. Я оставлю на потом. Все, антиолив на. Так, ну-ка, давай, Мишаня, просто рви. Давай вытаскивай. Мишанька, давай соберись. Ой-ой-ой-ой, капля, капля. Антиолив на. Да какой антиолив, все, нельзя, забей про него. Да не, почему? Мы все делали в прошлый раз. Вот так? Ну сейчас пока давай сделаем другие, там потом поизвращаем элементы. Да, прям тут. Давай. Прям тут. Я говорю, чуть-чуть не хватает. Так. Ты, короче, понял? Все, окей, буква О, следующий. Да, да. Михаило, я Михаило, чувствую, Михаило. А что, какая буква? А, это не ты, Руся. О, буква О, что сделаешь? Оборот, задний, обороты задние. Задние обороты, ну-ка сейчас глянем. Это, то же самое элемент, точно ли Руся понял вообще, что сказал? Ну-ка, давай. Это передние обороты. А вот теперь задние, тебе придется очень постараться, чтобы сделать. Ага.
Да. Кисти вкручивай. Да. Попробуй скорость набрать так же. Вот смотри. Вниз, смотри, нырнул. И потом резко колено одно на себя. Опа, что такое? Гошан тут уже все. В режим тренировки убежал. Ну-ка, давай, Гошан, что-нибудь сотвори, бесовство. Принца на две, например. Я тоже. О, капец, Гошан, легко. Так это же я его научил. О, Данила, учитель. Руся, финальная попытка, давай, пошел. Поп-ытка, давай, тащи. Резко взял. Оборот. Так, теперь тебе, Мишаня, на букву О. Давай, выдумывай. Давай, тридцатка пошла, тащи. Оли, не было? Не, было уже. Солнышко, это же оборот вперед? Да. Нет? Ну, в гимнастике оборот. Оборот большой вперед можно назвать. Давай, хочешь? Ну давай. Давай, оборот большой вперед. Мишаня, все, берет, залетает. Давай, оборот большой вперед. Рифма какая-то вообще. Оборот солнышко. Ну-ка, давай, пошел. А, ну оборот солнышко можно тоже, кстати, назвать, почему нет. Ну ладно, допустим, допустим, это был оборот большой вперед. Пускай будет такое тупое название. А следующий-то Серега уже на Д, на Д. Дабл 360. Ну, обычный? Ну давай. У нас игра на самом деле, да, жесткая отчасти. То есть, если мозгов не хватило придумать, ну это грубо скажу, да, вот, то все, до свидания в тренировку. Ну, это не так плохо. Типа, просто проверим, кто у нас самый-самый интеллектуальный сегодня. Может, кто-то возьмет не сложными элементами даже, а вот именно фантазией. Но если еще и сложные будут, ну вообще цены человеку не будет. Ну-ка, погнали, Серго, давай. Дабл, я помню, что ты делал. Давай. Ну, окей. Окей. Я засчитаю только потому, что я видел это на большом, как ты делал. То есть ты это делал. То есть вопросов не так много, ладно. Так, дабл 360, Т буква. Опять Т. А, Стасян, 360 с обратных. Все. Мы по трехам вообще угораем. Данила, я весь во внимании. Давай, полетел просто. Блин, Даня, ну крутки. Ну-ка, пока посмотрим Гошана, он что-то здесь все выдумывает и выдумывает. Ой! Что-то Санина. Да, да, приколюха Санина, я помню. Окей, ладно, все, Стасян, 360 с обратных. Я так давно не делал. Хватов. Пам. Пам. Буква Х. Так, на Х нету элементов. Как это нету? Как это нету, Данила? Халявный 360 дабл. Ну, можно сказать, халявный дабл 360, потому что иначе это будет странно звучать. Так, а пока Данила собирается, Мишаня хочет сказать, что надо подписываться на канал и делает петлю Корбут, потому что чё бы нет. Гошан, не хочешь петлей поддержать? Ты же вообще миллиард лет не делал. Смотри, давай, если Мишаня сделал, ты попробуешь. А ты что, тоже? А, Данила, это петлю делал. А на улице нет, кстати, я и забыл. Но если вылетишь, давай, поехали, Миша. Тебя снимаю, давай. Ой, почти просто. Не, нормально, уже хотя бы в руки, хотя бы. Данила, давай. А ты умеешь вообще халявный дабл? Я трибл халявный делал. Ладно. Я просто понял, что проблемы у тебя с этим были. Давай, погнали, смотрим. Так, ну-ка. Раз и два. Ну ладно, Данила действительно легко справился. Халявный дабл 360. А следующий-то кто? Мишань! На Т букву, давай быстро выдумывай. Топорик, опа. Слишком быстро. Ладно, смотрим Гошана пока. Подожди, нет. А если с луны пару, чтобы кач больше реально был? Тогда ты сможешь вытянуться реально. Ну-ка, Гошан, что вытворяет? Блин, вообще. Реально, с луны бы это был бы такой кач. Мне кажется, при желании ты бы смог один невозможный элемент уже сделать. Ну, который особо не делали. Егерь в упор. То есть, вот если высоту набрать и крутку хорошую, затем Стасян, кстати, тоже бы смог, мне кажется. У тебя крутка же хорошая. Это да. Но там надо поймать прям вообще. Я же лягу, типа, это элемент буквально на одну попытку. То есть, ты сделал, и, в принципе, больше воркаутом не занимаешься, потому что у тебя ребра сломаны. Ну, да, да. Окей, все, ладно. Самый сложный элемент, парни. Надо доказать, что я не позер. Бум! Хорош. Давай, пока Серго выдумает. Кит Тарзан. Все, окей. Данила тут. Егер пошел. Давай. Блин, офигенно было, Дань. Вообще офигенно. Я попробую просто. Ну-ка. Опа. Опа. Что происходит вообще? Ладно, давай, Серго, погнали. Танцы от Гошана. Он сегодня, походу, выспался. Кит Тарзан. Есть. Буква Н. Кто? Стасян? Н. Сейчас.
Давай. У меня есть одно элемент, но я хочу попробовать другой придумать. Не Влада 180, на 180. Давай, давай. А как она делается? Это, я должен повис... Ты должен хватку эту другой взять. Короче, джим-бар в студии. Невелад на 180, это, конечно, далеко не самый сложный элемент, но хотя бы. Давай, погнали. Да, пошел крутись. Еще. И взял. Ага, а флажок поставил, зафиксировался. Разве обязательно? Ну ладно, допустим, так, окей. Джимбарщики, Борис, ты, конечно, скажешь, что мы это лайфхачно сделаем. Ну, окей, ладно, не страшно. Т, буква Т, Данила. Ткач. Давай, Даня, ткач, ну. Разбавь мощным элементом. Стасян же он тоже взял, затащил. Давай, Даня, ну. Данила, пошел, давай. Давай, Данич. Опа, хорош! Красавчик. Так, давайте, что мы как оставим, типа ткач или ткачево перелет? Ткач, давай, давайте, да, чтобы хоть новая буква появилась. Михаил, Чешки на 180. Где-то плачет Михаил Баратов. Я видел этот видос. Давай, поехали. Но мы сделаем это. Короче, чтобы тебе сделать чешский на 180, тебе надо сделать оборот чешских, сверху развернуться на 180. Ну, либо вспомнить мою первую обучалку. Поехали, давай. Тащи. Там уже на твой выбор. Так, все, Михайло, пошел. Окей. Все, чешский на 180. Злополучный. Буква Т. Кому посвящается? Серго опять. Топорик в упор. Что? Топорик в упор. Давай. Ну, топорик на 180 в упор. Так, окей, топорик на 180 в упор в исполнении Сергея. Пам. Есть, хорошо. И сразу летим к Стасяну. Родео, да? Ну, давай. Только давай. Родео, я если что, так, это Ну, Родео, да, для нас Родео, оно вот такое, так что нет. А если, наверное, я Родео так сделаю? Короче, если можете, то не хейтите в комментариях, пожалуйста. Вот, а если хейтите, ну... Сделал Родео. Что поделать? Давайте тогда актива сейчас сделаем. Данила. О, буква. Олив Кумкват. Олив Кумкват, ну это связка, это не элемент. Да? Да. О. Оборот назад он не сделал. А, он же сделал. Точняк, да, можешь. Давай. Пойдем. Па, чё пропускаем-то вообще? Ну-ка, давай. Конечно, давай, пошел. Мишаня, бери только. Далековато. Ну я его опять задел. Я на самом деле удивлен, что ты на улице пробуешь. Я думал, что ты дальше золотого не пойдешь. Да, что ты очко. Ну да. Даня, оборот назад. Поехали. Оборот, короче, силовой назад. Буква Д сразу же прилетает Мишане. Дымоню, что такое? Поверь, лучше не лезь, если ты не знаешь, что это. Динозавр, все. Давай, ладно, окей, летаем. Ты же демонию назвал, хотя бы попробуй. А что такое вообще? Короче, Мишаня берет сейчас и, надеюсь, тащит. Я ему плюс-минус объяснил, как это делается. Сделает, я офигею просто. Кач небольшой, Мишань. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. И киньте, короче, я тут это, Даня решил показать и реально смог рано поворачиваться. Надо было чуть попозже, последняя попытка. Даня, давай еще раз, может, еще раз выйдет. Короче, вот оно как исполняется, ну плюс-минус в корявой технике, ну вот. Молодец, Данила, красавчик. Вот вообще небольшой кач, прям поворачивай, тяни руку, Мишаня, давай. Ну чё, да там. Как там? Окей, буква Д перелетает серво. А ты раньше? В смысле дымонева склёпка? Это что вообще? Ну это как делали? Ребята из джимбара, напишите, пожалуйста, насколько это можно засчитать. Мы это засчитаем ввиду того, что не особо понимаем, насколько это... Вроде как бы... Короче, Демонио в упор сзади. То есть не склепка даже, я не знаю. Короче, пусть Демонио в упор сзади будет и останется буква И. Я думаю, я хочу почти сейчас что-нибудь интересное. Может, давай, сначала подумай, окей. Стасян вечно пока пытается над креативом сначала заморочиться. Если нет, то он уже простые элементы вкидывает. Давай, наверное, иголочка. Просто иголочка. Обычная. Иголочка. Самая обычная иголочка. Это подъем двумя в импульса, типа. Ну, да. Ну давай просто. Давай импульса в подъем двумя будет. Ой, не, вру, это не. Это уже совсем другое. Короче, ладно, давай иголка. Подожди. На И. Импульса в упор. Ну, уже поздно. Да. Придется иголку тащить. Давай. Пам. Какой элемент? Иголка.
Ну, короче, типа. Это либо капитанский, типа. Либо иголочка. Окей, как ладно. Кто как хочет. Элементы у нас тут переиначиваются маленько, так что не в обиду, но окей. Иголка. Пытаются пацаны остаться как могут. Да, так, а буква А. Ну-ка, Даня, не подведи, давай. Антиолив накрест. Давай, давай по-другому. Антиолив на 360 есть. Давай, Данич, все, пошел. Даня, давай. Закручивай. Прям вот, круто. Есть, хорош, хорош. Все, буква Т, Серго, Серго. Топорик с одной ноги. А? Топорик с одной ноги. Давай, пошел. Опять И. Пам. Буква И на барабане. Пульса что? Пульса в упор, как я хотел. И пульса в упор, погнали. Все, долго уже не думаем. Сейчас, подожди, остановлюсь. Давай, полетел. Хорош. Буква Р, Данила. Радел вперед. Р, 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 Р. Вперед, Д. Все, Серго уже думает. Пока Данила делает, Серго уже думает. Давай, сейчас уже прям на секунды идут пацаны. Кто сможет победить? В прошлый раз в игре в этой победил Стасян. Так что, если вам и залетает игра, обязательно лайк ставим. Может быть, что-то мы модернизируем, по-жесткому сделаем. Серго, я иду к тебе, у тебя 30 секунд, давай. Думаю, не с упора. Тоже с одной ноги. Короче, Серго, единственный вариант, это тебе сделать демонио табло, то есть только в ласточку. Но там тебе надо прям ласточку постараться прям фиксануть. Поехали, да? Давай, Мишаня, тащи! Прям высоту возьми хорошую! Блин! Да, блин, вот тут уже был! Вообще капля. Это вообще мазафака какая-то. Ну прям сегодня цель дня, давай, тащи, тащи. Погнал. Тащи, тащи, тащи. Серго, что-то странно. Не-не-не, Серег, ты что делаешь? Там вообще не так. Там через клепку. Пам, и пошел. А, через клепку. Да-да-да. Пам. Да-да-да-да-да. Только это надо, блин, сразу поднять. А то нас тогда баристы не поняли, типа, в смысле, мы уронили ноги и засчитали. Ну-ка, давай, Мишаня. Ты меня снимаешь? Тащи. Тебя. Давай. Надо брать. Ой, почти прям. Носок, носок, носок. Ай-яй-яй. Как я сорвался-то? Пальчиками вообще пару. Жестко. Блин, так хорошо зашел. А, не травмируйся, Мишаня. А то только залетел, сейчас улетит. Серго, финальная попытка. Сильно не качай, там вообще кач не нужен. Вот, да, на лайте прям спокойно. Оп, и надо зафиксировать. Главное, тело напряги, прям удиви. Ну-ка. Эх. Ну, блин, короче, ноги падают все равно. Ладно, и остались я? Два претендента, Стасян и Данила. То есть вы делаете на дебу... Декстер. Декстер. Оборот Декстера в исполнении Станислава. Пам, есть. Ну, короче, это... Мы просто Декстер назвали Р. Радео без ног. Чего? Радео без ног. Это есть такой. Сейчас покажу. Там не без ног даже. Радео, не касаясь ногами, будет правильно. Да. Давай, поехали, Данила. Ну, только не коснись прям. Ну, да, ну окей, было. Да. Ну, давай на И, короче, будет. Ну, давай тогда импульсо. Да, погнали. Пам. Импульс. Оборот Луны. Давай. Оборот Луны. На И. Так нельзя. А? Мы Луну делали. Оборот Луны. А, Луну делали. Да? Да. Так. Давай, ну-ка, Данила, у тебя... Оборот вперед на одной ноге. Ну, назад на одной ноге. Это ж оборот. Это шаг назад называется. Это ж оборот. Ну нет, это не считается. Ладно. А, оборот, оборот. Давай, оборот. Давай, 10 секунд. Какой оборот? Оборот, 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 оборот. Оборот Луны. Бочка. Оборот бочка. Да блин. Все. Я навряд ли. Ну, бочку делали, нет? Нет. Бочка нет. Ну, оборот вперед, это по сути тоже как бочка. Да? Это есть. Вот, все, я успел. Ну, да, да. Успел. Давай. То есть даже, ну, давай, знаешь, что это сделаем? Это, по сути, либо это не считается именно как оборот вперед, потому что оборот вперед мы другой элемент трактовали. Ну, да. Это оборот вперед в упоре. В упоре. Е буква. Ого. Красивая буква, воспользуйся ей. А, точно. Был давай, буква, тащи, да? Тащи. А я хочу егерь боковой. Ну, это барспин, который. А, как у меня, блин, он как он егерь идет. То есть барспин это когда ты перебираешь, а у меня аж с вылетом идет. Блин, там не егерь, там тоже там типа какой-то сальто в зацеп может. Ну тогда типа, ладно, есть. Егерь-то он один. Давай, Стасян, пошел. Ну-ка. Пушка вообще, просто пулемет, офигенно. Радео вот такое, типа, как Макс Рудометов делал. Боковое Радео. Это Радео называется. Че, неужели на R больше ничего сказал. У тебя нет в голове? А вот на R больше нету элементов. Ну, есть Радео,
без ног нижним хватом назад. Вперед, Родео. Ой, или вперед. Родео. Даня будет сейчас вообще извращать по максимуму. Давай, залазь на Родео. Вот, наверное, то, что он сейчас, кстати, и делает, это, наверное, Родео и есть. Вот то, что боковое, Родео. Вот эта фигня. Так мне Серый сказал, что это Родео боковое. Хочешь Родео в упор? Давай, давай, уже делай свое Родео в упор или куда ты там делаешь это. Ну, допустим, допустим, я... Родео боковой я... есть? А? Родео с одной рукой. Вот так вот. Давай. Давай, ну-ка, пошел. Это как? Все, окей, Стасян сделал. О, буква, Даня, все, а? Давай, 30 секунд, Даня. Оборот давай, на локтях сзади. Да, да, давай. Вот. Неужели нормальные названия пошли? Блин, без кофты, Данила, сможет ли вытерпеть эту боль? У меня кофта есть, Даня. Да ладно. Ну-ка, Даня, давай, соберись. Давай, Даня, еще один мах! Кофту надо, да? Так, ну ладно, Дане дали читы, надеюсь, он с ними справится. Так. Есть, все, 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 все. Молодец. Ой, Даня завалил кофту чужую, нафига? Да, ну ты гад. Дабл гингер. Давай. Дабл гингер. Блин, сейчас, короче, пацаны будут вообще на максимум мозг врубать, чтобы вытащить все-таки. Давай, тащи. Пам, пам, есть, отлично, отлично. Р-буква, Даня, блин, только не Родео. Родео нахреста. Дань, ты меня сломаешь сейчас уже. А что еще, элементов больше нет, наверное. Напишите пока в комментариях элементы на букву Р, потому что пока фантазия вообще ломается. Ну, Данила, все. Родео время... на локтях. Вот так, это же на нет, нет. Давай, ладно, накрест свой показывай. Дождем. Не, да, Т-буква будет. То есть, ну, короче, будем сейчас смотреть, что выходит. Мне просто интересно, что будут пацаны делать, когда вот эта фантазия по элементам кончится. Ну, давай, Даня, давай, показывай свой Родео накрест. Сейчас, если не сделаешь, вообще орать буду. Я, кстати, об этом сейчас думал. Раз, два, три, пошел. Давай, давай, быстро, быстро. Пам, все, лайт, лайт. Ну, это неудобно, капец. 360 локтей. Давай, давай, интересно. Стасян приступает, 360 локтей. Буква Е. Егер с русских. Ну давай извися сзади, будем уже это, адекватно. Да. Давай, Даня, удивляй просто. Вообще с первого раза я в шоках. Ну, у меня есть идея, чисто чтобы новая буква появилась. Ага. Импульса в луну, то есть, понял, бам, и сразу в нижний. Ну это два или да, давай, делай, делай. Нет, это связка, это связка. Окей, тогда... А, да, иголка в импульсе, ну да, давай, давай. Блин, по сути тоже, ну ладно, это более-менее. Ладно, это еще не такая связка. Гашан, ты что-то тарит. Ай, Стасян, пошел. Пам. Так. Ну все, Данила, опять буква О на барабане, а? О, что на О? Оли, вперед на 180. Обратный 360. Это как? Это анти 360. Анти 3. Обратный анти, это одно и то же. Сейчас вперед это. Дань, 5 секунд, 5. Ну вот обратный 4. Же это. Антиоли. Не-не-не, это не то. Антиоли, напись. Антиоли в нижний. Антиоли в... Не, О же он, О буква. 2. О, окей. 1. Тогда Оли накрест. Оли накрест. Ты чё? Ну, это Оли с накрестом вот так. Ну, типа. Стасян двухкратный. Оли супер. Стасян двухкратным становится чемпионом этой игры. Поздравляю, лайки, все подписки ему, ссылка в описании, так что залетаем. А сейчас, да, маленько потреним и все. Ты будешь еще делать петлю? Да что-то нога ноет вообще. А, ну я попробую, попробую. Ну смотри, можем что-нибудь другое потренить. Сломаю. Если я смогу здесь пробовать, я буду очень рад. Но пока очень страшно. Давай, я пока в предвкушении, посмотрим, о чем речь. А, да, окей, да. Я можно... чувствую, где можно проводить. Здорово. Давай, москалав, отлично. А мне как падать, чтобы ногу не повредили? Вытаскивай, Данич, фиксируй. Хорош. Погнал. Чуть-чуть передержи, чуть-чуть. Взял. Ой, почти. Сейчас бы в такой кач взял мог. Так, ладно, ну-ка, Стасян, давай, как Назарыч, просто затащи москалав офигенный я в кач. Я хоть и не Назар, но я попробую сейчас. Давай. Пам. Ну-ка. О, Стасян делает! Ой, вылет. Аккуратно с ногой, но вылет офигительный был. Бам! Фиксация. Сильно и попозже. Давай! Ой! Да ладно вообще. Давай, ну-ка, тащи, Стасян. Ща посмотрим. Бери! Я перекрутил, чуть-чуть надо туда потянуться. Да. Мишаня, давай, полетели. Я утрагнировал.
Ну-ка, вытаскивать. Бам, вторая, вторая бросает. Надо раньше отпускать. Да. Так, супра. Вот это вообще у нас забытый элемент в тиме. Ой, нормально. Аккуратно, очень рано вообще. Я почувствовал, я поэтому и кричал. Ну все, Данька, давай, надо уже сделать и все не мучиться, а то сколько попыток вложено. Давай. Сильно прям в стойку. Давай. Бери. Ой, хорош, неужели. Так, короче, я так понимаю, вы хотите замотивировать все Мишаню. Поэтому, сейчас вот все уже перелет показали, там Серега еще покажет. И Мишаня делает, и на этом мы закончим. Подмазоль сорвал. Что-то не замотивировали. Сорвал. Данила, нафига? Нафига? Да не, Диман, я обсытый тренер. Ну, Гошан, поверь, нет. Оп, есть. Ну все, Серега замотивировал. Мишаня, все, дайте мне Мишаню, пусть он сделает, и на этом все. Делай! Давай, Мишаня, тащи! Ой, пару, хорош, красавчик, молодец. О, аж кепка улетела. Мы пытались ее поймать, Мишань, окей. Честное слово. Ой-ой-ой! И на этом наше видео оканчивается, и мы едем домой. Стасян стал двукратным чемпионом. Скотина. Мошка не вовремя появилась в моей жизни. Стасян стал двукратным чемпионом данной игры, за что он становится красавчиком просто единовременно. Если вам это все залетает, игры, воркаут, просто берем, ставим лайк, подписываемся на канал. Еще есть ссылка на новый канал в описании, воркаут-шоп, все самое важное всегда в описании. Поэтому еще к Стасяну залетаем, ведь победителю-то надо какой-то приз. И вы можете подарить ему свою великолепную подписку. А мы на этом заканчиваем. С вами были Дима Тярискул. Всем прогресса. Пока.